В этом году медики зафиксировали увеличение случаев заболеваемости корью. Пик выпал на апрель. Одной из главных причин распространения стало пренебрежение жителей вакцинацией. Также на росте заболеваемости сказывается массовое прибытие непривитых граждан из стран ближнего зарубежья. В окружной администрации рассказали о профилактике кори на территории муниципалитета. Основная цель нашего заседания – это рассмотреть вопросы готовности, в первую очередь, к проведению профилактических мероприятий вышеуказанных инфекционных заболеваний на территории нашего округа. Ну и, соответственно, все эти мероприятия профилактические согласовать с Роспотребнадзором и с Межведомственной комиссией. В округе с начала года зарегистрировали 62 случая кори. Всего составило 56 очагов. Из 62 случаев 35 пришлось на детское население и 27 случаев среди взрослого населения. Из которых лабораторно подтверждено 9 случаев, 2 среди взрослых и 7 среди детского населения. Кроме того, дети под особым контролем. Среди них необходимо увеличить мероприятия по вакцинации. В Лесногородской школе, где в марте этого года зафиксировали 10 случаев заболевания корью, уже сделали необходимые прививки. Была охвачена вся школа. Чем что вся школа. У нас помогло 2000 таких детей. Иммунный статус каждого ребенка был осмотрен. Все отказники, те дети, у которых были медицинские отводы на тот момент, всеми родителями переговорили. Как было уже сказано, 270 детей из общего числа обучающихся было подлежало вакцинации, из них только 149 вакцинированы. В округе проводится обширная работа по информированию жителей и предотвращению распространения инфекции. Вакцинация населения по-прежнему остается в числе необходимых профилактических мероприятий. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».